Кто тут у нас еще живет? Никого. На самом деле охотиться уже негде. Все высыхает. Родники все пересохли. Самое интересное. Ох, не могу я левой рукой крякать. Эхо идет. Но здесь утки не будет. Собственно, как и не было прошлый год. Утка вся на речке. Но дело в том, что вот там был хороший за бугром прудок. Вон кулики полетели. Высох по селам было. Сколько прудков. Ручейки текли прямо вот, что называется, родники. Все высохло. Почему? Потому что настроили по всему району комплексов. Губернаторская программа. То бишь поросят выращивают. И качают они воду. Огромные там башни пробивают эти колодцы, и все, вода там везде. Практически вот посреди поля, вот там вот вырастет сейчас комплекс. И он будет обеспечен всем. Электричеством, водой и всем остальным. И вот, как предположение, быстрее всего из-за вот этой программы у нас пересохли все родники в районе. И, соответственно, прудов уже очень осталось мало. Понятно. Это там и рабочие места, и престиж там какой-то области, и все остальное. Ну, такое ощущение сложилось, что родников не стало из-за вот этого. Так. Вот он, пруд, тоже обмелел. Вода раньше доходила вот тут. Вот на этих плитах была. Вот там какие прудки были. Вообще 12 прудков было. Маленьких. Утки всегда полно было. Сейчас все сухо. Ой, остался один Альминский вот этот пруд. И все. Даже вот там за дамбой тоже был такой прудок. Нету. Сейчас проезжал. Нету. Высох. Вот, собственно, и вся утка. Был еще прудочек, вон голубь полетел. Очень хороший, там арбузы, казачки. Какие-то частники выкупили и накрыли. Говорят, пленку пробили, и он ушел. Он искусственный был, но там был родник. А, все, вот он, гузырь. И, по-моему, его не стало, этого родника. Фух. Вот я отмахал сегодня уже 6,9 километров, почти 7. И на жар столько же предстоит. А город у нас аж вон там аж. За горизонтом, за одним, за вторым. Так, не знаю. Сегодня надо съездить бы пострелять, а может быть, может завтра поеду, не знаю. Скоро в отпуск, а в отпуске я там сожгу все, что стоит в сейфе. Поэтому за месяц все, что интересует, все испытаю. Так. Ну, собственно, скоро охотиться негде будет. Утка, кстати, вся на речке. Полно выводков на речке вообще. Каждые, ну не знаю, 200 метров сидят. Но на прудах ее нету. И, соответственно, на речке ее тоже никто не гонять не будет. Поэтому вот здесь выводков нету из года в год и не будет. Вот там, за... там еще прудок есть серебристый. То же самое, там никогда выводков нету. Она вообще там не гнездится.
Вот. Так что вот там отстойник тоже обмелел. Это первый момент. Даже если там есть выводок, не знаю, пока в этом году не видел вообще, что там есть выводки. Только на речке полно. Если они там есть, то там другие сложности. Ее не достать. И вот такой бурьян, а то и срост. А на отстойнике вообще не достать. Он. Где-то вихря воркует. Или голуби. Голубей полно, не знаю. Может, скоро на голубей будем охотиться. На вихрей. Надо проехать на машине. Посмотреть хотя бы, что с прутками перед уткой. И куда ехать. Так. Не знаю, что там ветер шумит. Или вот так прикрыть, говорить. Вот. Вот он был прут. Огромный. Вон дамба какая высокая. И тянулся аж вот до огородов. До огородов. И не осталось от него ничего. Сколько здесь было утки? Всегда. Особенно северная, пролетная. Он внизу, к нему не подойдешь. Вот на бугор высунулся, они уже тебя пасут. Сколько мы здесь их побили и охотились всегда удачно. То же самое вот там был пруд, высох. Вот. Ну, собственно, ладно. Тут как бы и родников-то толком не было. Хотя вот много лет за счет чего-то держался. Всегда. Много лет. И был большой-большой. Но такие же пруды повысыхали. А ну, я, наверное, не там держу руку. Вот так. Повысыхали в других этих селах. Даже вот маленькие, где был ручеек большой, там этот, вода эта, ой, родниковая. А теперь родника нет и, соответственно, пруда нет. Даже те, кто коров гоняет, все, уже прудков толком нет. Вот почему обидно, потому что скоро охотиться негде будет. И даже такие большие повысыхали. Не знаю, у меня мысль, что это из-за этих комплексов, где выращивать поросят. Комплексы у нас везде, это в каждом селе уже буквально. И, ну, примерно равняется вон тому какому-то старому заводу по этому, в каждом селе по размеру огромные поросята. Вот такие башни водонапорные, там вода у них круглые сутки, моют, поют и все остальное, то есть пробивают скважину. И после этого родников тю-тю. Не то, что вот тут где-то в округе, а и где-то там дальше.